С 3 по 8 ноября в Магадане пройдет большой этнографический диктант в онлайн-формате. Акцию проведут в 5-й юбилейный раз. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. На территории Магаданской области проживает 193 национальности, большинство из них русские. Но есть и украинцы, белорусы, татары, буряты и малочисленные народы севера. По словам организаторов, для каждого человека важно сохранить этническое самосознание, при этом сохраняя дружбу. Народов. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников, а 10 – региональная, уникальная для каждого субъекта. Принять участие в написании диктанта может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедования и гражданства. Для этого нужно зайти на официальный портал miretno.ru. Итоги подведут 12 декабря 2020 года.